Я хочу сделать вступление для разъяснения людям, чтобы они видели, я действительно сижу, говорю. Вот они, чтобы увидели, что у меня в руках Библия, что это не поддельное. Я Лапкин Игнатий Тихонович. Не всегда имею возможность выхода по скайпу и в интернет. Летом вот на 4 месяца уезжаю, да и зимой такое может быть. И доверяю, как величать-то? Вячеслав Семенов. И все, а и отчество-то есть у него? Вячеслав Семенов Сергеевич. Сергеевич. Вячеславу Сергеевичу Семенову, вот он как раз тут сидит, как-то себя там покажи, чтобы тоже было видно, что я ему доверяю. Ответы мои, поддельные ролики ставить, я ему посылаю, отдаю в Word напечатанное. Он ничего не добавляет и дословно читает, как есть. Говорят, что Священное Писание, или что там в кавычках стоит, или кавычка, начинается Слово Божие. Ты обещаешь, что ничего не прибавлять, не убавлять? Да. Скажи, обещаюсь ничего не добавлять, не убавлять на ответы, которые дает и назовешь меня. Давай, говори. Обещаю, что не буду ничего ни убавлять, ни прибавлять в тех ответах, которые вы мне прислали. Отлично. Ну вот я то и хотел сказать. Останавливать не надо работу. Работа большая, ответы большие. И у меня просто нет времени. И я еще там в таком состоянии нахожусь, как бы сказать, полусонном. У тебя лучший голос-то получится. Вот я сегодня, ну, 20 минут третьего, уже на ногах. Все. Ночи, конечно, не дня. И поэтому часто прошу, что уже и зубы-то чувствую, и бронхи, и глаза, и ответ-то даю такой полусонный. Вы более бодро, выразительно начинаете. Вот так все на этом. Прошу любить и жаловать, чтобы не получилось так, как когда я лежал в больнице после операции. Вот. И люди-то приходили, уже знают, Алтайский государственный технический университет, АГТУ. А меня вдруг нету. Люди один раз пришли, а в следующий раз уже звонят и говорят, а кто будет вести занятия? А вел наш брат один. И ползала уже нету. Выходят они неудовлетворенные ответами. Нет, неудовлетворенные. Тогда Виктор Андреевич, врач наш, он одежду как-то брал перед закрытием гардероба-то. Я выходил, одевался, машина стояла, я ехал в университет, проводил занятия 2 часа, меняю на машину. Одежу опять он забирал где-то там у себя, он там врач в этой краевой больнице работает. А я тихим шагом домой, на коечку. И так все получалось у нас. Сколько я лежал, столько занятий там и проводил, без перерыва. Да еще и на машине ездил. О, да, то это я пешком, как немцы говорят, auf Schussten Rappen, на своих двоих. Ну вот все у меня. Так ну, что, спаси Христос. Попробуйте провести, пока я еще здесь, и мы увидим, как это дело у нас пойдет. Богу слава во веки. Аллилуйя. Аминь. Аминь.